по прозвищу Хижняк из города Корф. Мурат является кандидатом в мастера спорта по кудо и имеет первый взрослый разряд по боксу. Финалист Центрального федерального округа по кикбоксингу. Его вес 69,5 килограмма, ему 20 лет. Давайте поприветствуем его. А теперь давайте встретим его соперника. Это Азамат Мирзасаидов по прозвищу Ассасин. Обладатель бонуса за самый зрелищный бой предыдущего турнира представляет Памир и команду, которая уже дважды себя проявила сегодня, Урчтим. Более миллиона просмотров на YouTube. Первый взрослый разряд по боксу и чемпион ПФО. Его вес 67 килограмм и 23 года. Давайте поддержим его. Они открывают основную программу нашего сегодняшнего турнира. Давайте поддержим парней, они показывают настоящее шоу. Мурат Ягубов является братом нашего первого бойца, Ягубова Афина, который также был известен ударами в затылок. We'll be right back.
В этом зрелищном и красочном бою победу раздельным решением судей забрал Азамат Мирзасаидов по прозвищу Ассасин. Урчтим забрал победу.